С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Пригласительные для Панки есть? Я не буду приглашать Панки. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк! Ой, а ты уже не спишь? Тогда целуй! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя, Регина Роска! Поздравляю, Любя! Ух ты, спасибо, спасибо огромное! Это лучший подарок в мой день рождения! Пожалуйста, я тебя очень сильно люблю! Муа! И я тебя! Лучшим подругам, Шоу Бэби, близняшкам Дон и волейболистке. Стоп. А Панки? Пригласительные для Панки есть? Нету. Я не буду приглашать Панки. А почему? Почему? Вопросов много, единорожка. И не занимайся своими делами, ладно? Своими, говори. Ну ладно. Пригласи. А вдруг он прийти не захочет? И что тогда? У меня будет настроение испорчено и день рождения испорчен. Нет, я не хочу. Ладно, нужно посмотреть, все ли готово. Ага, единорожка, не лезь свои дела. Это дела взрослых. Ага, нет никакого Панки, никакой ему пригласительной. Угу, сейчас. Ай, всегда самой все нужно делать. Быстренько. Вот это единорожка дает. Как красиво. Обязательно и потом скажу спасибо. Так, ага, приборы готовы, осталось только разложить. Ну что ж, только пригласительные раздам, и можно смело готовиться к празднику. Так, 1, 2, 3. Единорожка! Единорожка! Иди сюда, пожалуйста. Что случилось? Слушай, здесь у меня было 4 пригласительных, осталось только 3. Это ты взяла одну. Что? Я? А мне зачем она? Я без пригласительных к тебе на день рождения приду. Хм, странная ты какая-то. Все, больше никаких вопросов, потому что у меня еще свои дела, как там говорила. Ну ладно, деловая ты моя. Ой, придется близняшкам одну пригласительную дать. Единорожка, ты чего? Совсем с ума сошла? Ты чего под машину лезешь? О, это что у тебя такое? Так, все, Панки, остынь. У меня к тебе очень важное дело. Смотри, это пригласительное. На день рождения моей сестры ты должен его отдать Панки, чтобы он присел к ней на день рождения. Погоди. А почему она сама это пригласительное не вручила Панки? Ой, Панки, недалекий ты мой. Она же у меня стеснительная. Вот и приходится самой все делать. Ну, тогда понятно. Передам, конечно. Давай его сюда. Панки! Я здесь, ты чего так кричишь? Что случилось? Панки, вот тебе пригласительный от единорожки на ее день рождения. Вау, вот это круто. А почему она сама мне его не вручила? Так я тебя кричу, зову. Панки. А ты же меня не слышишь? Она очень спешит. Вот и убежала, и все остальные пригласительные разнести нужно. Ура! Меня пригласила на день рождения единорожка. Ура! Ну, давай этот пригласительный. Слушай, Панки, а что я ей дарить буду? Ну ты же идешь на день рождения. Например, я цветочку дарил, но не на день рождения. Я ей подарил ободочек с цветочком. Но она же цветочек. Да нет, ободок у нее уже есть, и даже очень красивый. Да она еще и в моде настолько хорошо разбирается, чтобы еще не опозориться. Ну ладно, пойду по магазинам пройдусь. Может, что-нибудь подберу. Спасибо, Панки. Всегда пожалуйста. Хе, я же твой брат. Вот хорошо, успел. Фу, выбрал. О, привет, Панки. Привет, Дон. Ты что, идешь на день рождения к единорожке? Ага, да. Она мне пригласительный дала. Вот, я уже даже подарок ей выбрал. Надеюсь, ей понравится. Сейчас только соберусь и пойду. И я иду к единорожке на день рождения. Вот, бегу собираться. Но ты же знаешь, что это будет в стиле Минни Маус. Ну извини, Микки с меня не получится. Я уж как-то так. Ну ладно, тогда до встречи. Единорожка, поднимайся. Ну все, хватит спать. Скоро же гости придут.
пошли гостей встречать. Привет, красоточки мои! Ой, вы такие хорошенькие! Ага, прям настоящий Минни Маус! Единорожка, мы поздравляем тебя с днем рождения! Желаем тебе крепкого здоровья и много-много счастья! Любви, конечно же, и много друзей и подарков! И чтобы исполнились все твои желания, чтобы ты стала известным фэшн-стилистом! Ой, а то... Я кое-кого еще сегодня видела с подарком. Да, кого? Кого-кого? Панки! Ты же ведь сама его пригласила. Я же видела пригласительное у него в руках. Да и он сам сказал, что ты ему пригласительное вручила. Я ему вручила? Единорожка, ты ничего мне рассказать не хочешь? Вот вредина маленькая, ты представляешь? Это же она у меня стащила одну пригласительную. Наверное, она ему ее и отдала. Но ничего, он такой радостный был и подарок уже выбрал. Что, правда? Вот это да! Это, наверное, Панки. Ой, я так волнуюсь. Да чего ж тебе волноваться? Я тебе говорю, что он был очень счастливый. Ну тогда я быстренько открою. Привет, единорожка. Поздравляю тебя с днем рождения. И желаю всего-всего самого хорошего и побольше. И чтобы все твои желания исполнились. Спасибо большое, Панки. Это тебе подарок. Надеюсь, он тебе понравится. Ой, Панки, какая красивая сумочка. Она просто прелесть. Девочки, посмотрите, какую сумочку мне Панки подарил. Ой, какая красивая. Вот эта сумочка просто прелесть. Ага, Панки, да у тебя шикарный вкус. Давайте поскорее сюрприз откроем. Точно, точно. Привет, друзья. Ну что же, давайте теперь откроем наш долгожданный шарик, чтобы посмотреть, что за сюрприз ждет нас внутри? Поехали, наш первый слой! Как простенько он открылся! Где подсказка? Вот она! Ой, смотрите! Это будет у нас рок-клуб! Слушай, Панки, это же точно такая подсказка, как и у тебя! Интересно, интересно! Поехали дальше! Может, это будет второй Панки? И наш второй слой. Барабанная дробь. И... это желтый шарик. Нет, ребята, это не золотой. Это желтый шар. Наши наклеечки. И открываем третий слой. А вот и наша тату. Конечно же, здесь микрофон. Это все убираем. И открываем нашу первую ячейку. Ой, смотрите, здесь сразу же ленточка спряталась. Смотрите! Я уже знаю, кто это. Ребята, вы уже знаете, кто мне попадется в этом шаре? Давайте откроем следующий сюрприз. Вот так. Это у нас очки вот такие классные. С белой оправой и розовыми стеклышками. Открываем наш следующий сюрприз. Ну, конечно же, здесь вот такая туничка со смайликом и надписью «Baby». Ребята, вы уже догадались, что это будет гранж. Достанем еще ее бутылочку. Вот она, какая красочная! Белая с черными вставками и желтой крышечкой. А теперь наши конфетти и куколка! 1, 2, 3! Бум! А теперь откроем саму куколку. Вот она, розово-волосая красавица. У нее голубенькие глаза и розовые бровки. Давайте ее оденем. Это девочка Рокер. Вот она, моя красотка Рокер. Ну, точнее, она гранж, но из рок-клуба.
А так как это у меня повторка, я разыграю ее, но не сейчас, а в одном из следующих видео. Так что следите за каналом, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Чао-какао!